духовным браком. Ура! Ради Отца и Сына и Святого Духа я благословляю вас, братья. Любите друг друга, берегите друг друга. Живите долго и счастливо. Мама, чем мать? Мама, он со своим пистолетом? Ну, давайте, у кого? Кто в доме хозяин? Покажите, кто в доме хозяин. Кто, Алина, чем? И покормите друг друга. Кусать, кусать же надо. Они сами решают, они уже у нас взрослые. Не забывайте насолить последний раз. Да, посолите. Насолите друг другу последний раз. Я тебе чуть-чуть. Давай. Друг друга. Чили-чили, давай, все. А ты жену? Давай, все, чтобы съела. Кусок отхватил, хороший, молодец. Надо было его посолить побольше. Да мне уже заебали. Друг друга кормите. Ой, это долго. Так, ну что ж, молодым надо привести буквально пару минут себя в порядок. Итак, встречаем молодую семью. Сегодня торжество, которому нет равных. Союзом скреплены сердца людей двух славных. Как годы б ни неслись, но навсегда вы вместе. Быть смелым жениху, быть радостной невесте. Храните Божий дар, любовь свою храните. Достоинство семьи своей не уроните. Как всегда говорилось, так скажем мы вновь. Совет вам. Счастье да любовь. Вы слышите, гости просто рвутся вместе со мной повторить эти замечательные три слова. Друзья мои, давайте все вместе трижды скажем эти слова нашим молодоженам. Дружно. Совет вам. Счастье да любовь. Еще раз. И все вместе. Совет вам. Счастье. А теперь чтоб цвела от радости невеста, чтоб от счастья засиял жених. Кстати, смотрите, засиял. Горько, Виталий, горько! За любовь, за нежность. Первый тост за молодых. Звон бокалов в зале. Ура! Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.